27-й день рождения в клубе здоровья решили отметить без протокольных речей и официальных поздравлений. Педагоги подготовили для гостей праздника мега-путешествие в прошлое. Воспитанники тоже пришли с подарками. Мы решили, чтобы они нам дарили не материальное что-то, а в виде творческих номеров вот такое вот поздравление. Воспитанники отделения собаководства «Акбар» подготовили костюмированное представление со своими питомцами. Спортсмены из клуба «Греция» выступили с гимнастическими упражнениями и продемонстрировали отличную физическую форму. Программа под названием «Назад в прошлое» словно машина времени перенесла мальчишек и девчонок на 27 лет назад. Они с азартом отвечали на вопросы викторины и участвовали в играх. День рождения – это очень важный праздник, так же, как и для человека, так и для клуба. И его надо отмечать, звать своих близких, знакомых. Дмитрий пришел на праздник вместе со своими друзьями по спортивной секции. По словам юноши, именно в клубе здоровья он приобрел настоящих друзей и стал серьезно заниматься спортом. Я в клубе уже 3 года занимаюсь, и мне здесь нравится, здесь интересно, здесь хорошие люди, приятная атмосфера. Вечеринка по случаю дня рождения клуба получилась шумной и веселой. Подростки с удовольствием танцевали под музыку 90-х и пели хиты конца прошлого века в караоке. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Медалей привезли воспитанники детской спортивной школы ИКАР с областных соревнований по рукопашному бою. Андрей Баранов в своей возрастной категории завоевал бронзовую медаль. В турнире молодой человек участвует 3-й раз и постоянно повышает свои результаты. Перед боем я начинаю хорошо разминаться, чтобы весь мандраж с меня, так сказать, сходил. С бронзовой медалью домой приехал и Семен Титов. В своей возрастной категории молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с 3 соперниками. Побороть первого Семену удалось легко. Во второй схватке молодой человек уступил противнику, а в третьей собрал всю волю в кулак и победил. Да, я доволен, потому что для первых соревнований я считаю, что это хороший результат. Я определенно получил большой опыт в боях. Теперь знаю, как будет лучше выступить. Турнир по рукопашному бою в Нижнем Новгороде проводится ежегодно. В этом году в нем приняло участие более 180 спортсменов со всей области. Всего наш город представили 23 воспитанника спортивной школы ИКАР. Ребят подготовили тренеры Хабибулла Губайдуллин и Валерий Трубин. Этот первенство области был отбор на Приволжский федеральный округ. Основная масса, которая у нас сейчас будет ехать, они все заняли вообще призовые места. Я доволен своими участниками. Вот. Хорошо выступили. В эти выходные спортсмены отправятся на первенство Мордовии, а после ребята поедут защищать честь нашего города в Ижевск. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В минувшие выходные на лыжной базе было по-настоящему жарко. Десятки сотрудников ядерного центра собрались здесь, чтобы вновь вступить в борьбу за заветные очки спартакиадр Фиацнеев. Подготавливали лыжи, разминались. Соревнования проходили в 2 дня. В первый состоялась командная эстафета. В этом году на старт вышли 10 коллективов физкультуры института. Тройка лидеров среди мужчин определилась сразу. Но в итоге первое место заняли спортсмены из КФК «Звезда». Бежать было, наверное, не очень тяжело. Погода благоволила. Лыжня заклинцевалась, была скользкой. Всем было хорошо. Сегодня очень много ровных команд по силам, и все зависело, ну, я считаю, от 2 составляющих. Ну, первый – это индивидуальный настрой каждого. Ну, действительно, ровные спортсмены, и как кто настроился, было это очень важно. И, ну, наверное, немножко скольжение лыж, кто как, кому как повезло, кто как подготовил. Ну, нашей команде повезло, наверное, больше. Может быть, больше хотели. Считается, что в эстафете сложнее всего бежать тому, кто находится на последнем этапе. Александр Яковлев так не думает. По его мнению, все зависит от того, как сработали остальные члены команды. И на этом забеге ему повезло, признается спортсмен. Мне осталось только поддержать тот разрыв, который ребята сделали. Ну, пришлось тоже постараться, но я считаю, все сделали они. Вячеслав Кайдыш выступает за КФК «Старт» на различных соревнованиях не первый год. К тому же он чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей. Поэтому променять состязание на выходной на диване просто не мог. Лыжи – это мое все, так сказать. А за КФК «Старт» я выступаю уже давно. Лыжи – это мой профилирующий спорт, поэтому пришел поддержать свой коллектив в эстафете. А дома на диване будем лежать.
преклонном возрасте. Коллектив физкультуры «Старт» на последнем этапе начинал с 6-го места. Но на финише развернулась настоящая борьба. Вячеславу удалось закончить эстафету 4-м, обойдя соперника на доли секунды. Ребята молодцы, пробежали все свою силу. Я думал, честно говоря, что получится в 4-й этап не упираться, так сказать, во всю. Ну, увидел соперника впереди, пришлось упереться, и на финише даже получилось выше головы прыгнуть, занять 4-е место общекомандное в эстафете. Все молодцы, все постарались. Женским сборным тоже пришлось серьезно побороться за призовые места. Победителем соревнований стала команда «Буревестник». Екатерина Логинова только что преодолела забег в 3 километра, но чувствует себя превосходно. Такая атмосфера, от которой вообще невозможно никак отвертеться. Последние года я попала в такую группу спортсменов, что стала регулярно тренироваться. И у меня подготовка. Физуха. Ну и плюс еще лыжи. Во второй день соревнований проходили личные гонки. Принять в них участие мог каждый желающий. Всего на лыжной базе в этот день собрались более 400 человек. Мужчины преодолели дистанцию в 5 километров, женщины в 3. Партия команды 7-й школы повела в счете. Спортсменки из 12-й сдаваться не собирались. И в начале второго игрового отрезка вырвались вперед. Но хозяева быстро перехватили инициативу и выиграли у соперниц еще одну партию. У нас получилась хорошая даже атака. И у нас была хорошая подача. Есть недочеты. Это недочет, это то, что у нас похуже прием стал. То есть у нас приема нет. Будем стараться над этим. Работать. В прошлом году сборная 7-й школы поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета городского первенства по волейболу. В областных соревнованиях спортсменки заняли 2-е место. В этом году вырваться в лидеры девочкам не удалось. По их мнению, не хватило сил и энергии. Ну просто играли, как мы можем. По мне была самая сложная 3-я школа и 15-я. С ними мы прям боролись, но у нас не получилось маленько. Первенство города по волейболу в Сарове проходит ежегодно. В этом году в нем приняло участие 8 команд. По мнению главного судьи турнира Олега Дельцова, такие соревнования должны проводиться чаще, так как занятия спортом положительно сказываются на здоровье детей. Дети, как говорится, загораются, начинают ходить на секции. Все-таки отвлечение от улицы, от компьютеров, пусть они лучше здесь двигаются, чем они где-то бродят на улице или за компьютером сидят. Здесь они и развиваются и физически, и, как говорится, умственно тоже. По итогам соревнований 1-е место заняли юные спортсменки из лицея номер 15. 2-ми стали волейболистки из 3-го лицея. Команда 7-й школы стала бронзовым призером турнира. Победители отправятся на областные соревнования, которые пройдут в починках. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Пятого февраля в Шатках состоялся зональный этап областного конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель». Ребята из Дворца детского творчества привезли кубок и 9 дипломов, в том числе за первое общекомандное место. Победителями в своих возрастных группах стали Ксения Кожаева, Ярослав Петров и семейная команда Матвей Семенов и Сергей Вячеславович Никулин. Кроме того, Матвей завоевал 2-е и 3-е место в личном первенстве. Максим и Анатолий Ефимович Крамсеевы заняли 2-е место среди семейных команд. А Федор Данеев и Андрей Хритаков показали бронзовые результаты в личных соревнованиях. 28 февраля в Нижнем Новгороде состоится финал. И саровские авиамоделисты под руководством педагогов Александра Егорова, Ольги Зуйковой и Валерия Шурыгина будут бороться за места на пьедестале. Первый в истории страны международный чемпионат по бадминтону среди юниоров состоялся на городецкой базе отдыха «Изумрудная». На турнир съехались спортсмены со всей России и из Армении. Золото среди юношей выиграл член сборной России 15-летний Павел Кудашкин.